Итак, ребята, у нас с вами уже глава третья. Миссия называется езда.com. Поехали на нее прям. Мы находимся около нее. Здорово, так что, Мэттер, привет. Учи нас ездить .com. Гроза тракторов уже было. Езда.com. Поехали. Здорово. Мне нужен лучший в мире ездок .com. Не видел такого? А у него найдется минутка позаниматься со мной. Он обещал. А чего тебе научить? Научу! Чтобы задом наперед ездить, надо одну мысль понять, что у тебя задние колеса будут спереди! Так что, если вдруг захочешь налево повернуть, сам вправо рули. Наоборот, понял? Да, кажется. Все наоборот. Где-то я это уже слышал. Так, чтобы развернуться, нужно использовать двойной пробел, а не потеряйте метры из виду, разворачивайте метры. Все понятно. Просто едем за метром. Не спешим, просто релаксивно едем. Наслаждаемся приятной кантри-музыкой. Опля. Ух ты, на ручнике, кстати, поворачивает достаточно резко. Я вообще не использовал раньше ручник. Отлично! Надо будет использовать там, где... Оп, да. Сейчас, смотрите, и еще раз через 2, 3, 1, 0. Гудок! Все нормально. Вон, смотрите, он смотрит в зеркала свои. Оп. Смотри! Чпау! Без проблем развернуться. Метр и... Он так прикольно глазами вертит. Оп. Развернуться. У нас нитро есть, так что давайте гонять метром. А то у нас что-то оторвался больно далеко. Не хочешь так делать? Нет? Не понимаю. А, нет, могло... я же все развернулся. Чё же вы так сильно-то резко реагируете? Давайте еще раз. Извиняюсь, ребят. Побаловался, называется, немножко. Ладно, следуем инструкциям, не теряем метра из вида. Энтарно. Поворот налево. С недрачом. Чё, разворот будет? Опля, синхронное плавание с метром. Как насчет дубль? Я даже раньше метра разворачиваюсь, так что метр. Опля. Так, тут у нас, насколько я помню, не было, да, у нас? Это все. Вот здесь у нас развернуться. Оп, лучший ездок затком. Давай, метр, разворачивайся. Траектория. Мы даже прыгать умеем. Метра слабо с затком и тут прыгнуть. Отлично! А мне нет. Учитесь! Так, что-то он далеко уехал, метр наш. Опля. Элементарно! Метр. Я тут доказываю, что метр догнать, в принципе, невозможно. Даже я сейчас нитро использую, и мне не хватает мощности, чтобы догнать нашего метра. Несмотря на... Вот, бля. Затком нитро еще. 205 км в час. Ну, задом едем. Опасно. Опасные маневры совершаем с вами, ребят. Что, будем разворачиваться, чувак, или нет? Не сегодня. Всего два круга. Хорошо. Смотрите, он по тормозам сам дал, то есть вдруг. Потому что метр не успел. Специально для фанатов? Она сокращает нам скорость, как я вижу. То есть мы как подъезжаем близко к метру. Скажем, лимит. Опля. Чпау!
светлая. Поворот на лево, крути влево, если хочешь. Поехали. Ой, я забыл, рано. Извини, мэтр. Мэтр, нарушаю твои правила. Следуем за тобой. Уии. Разворот, 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 поворот, поворот, разворот, разворот, поворот. О, бля, даже джампинг не сделаем. Опля. Мэтр налево. Я хочу быть первым, мэтр. Мэтр, попусти меня, попусти меня. Я хочу быть первым. Первым хочу быть, первым, мэтр, хочу быть. Я хочу быть первым. Так, едем в кусты, по идее, так опасно, если подумать. Что... Смотри! Любого нашего поворота будет дерево, это бэмс, и все как бы. Бампер помянут, тебе молния будет. Так, хорошо, дальше, конечно, дальше, сохраняем, сохраняем, окей. Ну как, у меня получается? У, да ты теперь прям не у, не в, не в, не в, прям не в ком. Не в ком? Это как это не в ком? Так Моквин же, наоборот. Ну ты что? Мэтр, я не Моквин. Меня зовут Маквин. Теперь ты умеешь ездить задком. Хорошая новость, ребята. Мой лучший друг едет! Появилась новая возможность у нас. Отлично. Поехали с вами на следующую миссию. А следующая миссия у нас с вами это шериф, насколько... Да, шериф на хвосте. Находится далековато, там в самом краю, в конце самом. Такой ночной радиатор спринт, он очень классный. Шерифом на хвосте. Чего скучаешь, шериф? Долетаю тут. Меня тоже эти мошки достали. Как налипнут на стекло. Мошки, сынок, тут ни при чем. Нарушители скоростного режима, понятно? Уж кто-кто, а ты-то должен знать, о чем я. До сих пор помню, как один вот такой вот летун разнес половину моего города. Ты об этом? Ну, знаешь, тогда у тебя была фора. Фора? Ты обвиняешь служителя закона в нечестной игре? Ну, мне на бампер намоталась колючая проволока и провода какие-то. Да и статуя Стэнли меня. Ага. Я так понял, ты подбиваешь меня на реванш. Да что ты, шериф! И в мыслях не было. А знаешь, я согласен. Док мне все гайки подкрутил, да и карбюратор теперь хоть куда. Стоп! А потом ты обвинишь меня в превышении скорости и отправишь на штрафстоянку? Ну нет. Если выиграешь. Финишируйте первым в тройке, получишь баллы в рейтинге. Первое место пятерка. А что в тройке? Интересно, мы всего одним. У нас же тут дуэль, чистый дуэль. Так, кругов всего один круг, наша задача приехать первым, насколько я понимаю. И, кстати, он неплохо дает нам форы, я скажу так. Опля. Но это было временное решение. Нарушение зафиксировано! Хорошо, чувак. На этот раз у нас с вами будет гонка спринт, хотя какое-то будет разнообразие хоть в нашем. Опля. Так что можем немножко расслабиться, послушать приятную музыку и используем нитро. Ауч. Я думаю, я прям идеально, знаете, войду в этот поворот, но... Жестокая реальность свела все счеты.
Смотрю на тебя. Отлично! Опля. Прыжок 25, серьезно, всего лишь 25 дали? Прыжок один из топовых был. Я хочу прыжок соточку сделать, хоть разулочку. Это ж не так сложно, как мы понимаем. Нужен только высокий трамплин. Тут опасно было по всяким этим мостикам. Кстати, трассу интересно, конечно, выбрали, потому что я ее не помню, я в упор не помню. Эта трасса для меня это как будто что-то новенькое, а не трасса. Опля. Занос. Сюда. Специально для фанатов. Воу-воу-воу. Нет. Ну, нет. А, нет, смотрите, все нормально. Нас тут прошли на очень хорошее место. 32 секунды. Оу, е. Ребята, мы это сделали. Едем дальше. Хотите сохранить свой профиль на жестком диске? Да, я сохраню. Ой, да ты тут выделываешь, а? Ты что, не любишь фигурные катания? Я тебе устрою катание. По обочинам мусор собирать. Ой, да ладно, уж и покрутиться нельзя. Это же здорово. Ишь, фигурист. Давай посмотрим. Погоня за нарушителями. Кубок ржавого капота. У нас с вами доступны новые эпизоды. Так, смотрите, их тут две, так что давайте сразу перейдем с вами за погоню за нарушителями. Сесть нарушителям на хвост, гонитесь за ним, пока они все не выдохнутся. Поймайте всех троих. Так, окей, поехали. Поменяйте мне камеру. Камеру поменяйте мне, я нифига не вижу. Что за фигня с камерой? Поменяйте мне камеру. Давайте заново, может, отглючит ее. Да ладно, ты вновь так же? Ну ладно, я вот до этой-то еще доеду, там, может быть. Или нет, не доеду. Я хотя бы в правильном направлении еду. Вот, да, вроде правильно. Если сейчас он не поменяет камеру, то это будет крайне обидно. Чё за фигня с камерой? Как вы скажете проходить вот эту? Не, это нереально почему-то, это какой-то баг. Это баг. Отлично! Давайте вот так же. Не то. Опять я туплю. Извиняюсь, ребята. Так, шериф, погоня за нарушителями. Во, вот сейчас все нормально. Наконец-то нормальный видок, видок сзади. И мы можем просто за ними погнаться. Сирена. Да ладно. Он немножко староват. Он староват, так что надо простить его. Оп. Сюда. Все, первый готов. Я даже нитро добавлю ради такого дела. Да. Следующий. Чувак, все, ты арестован. Ты нам должен денег. Мия! Или Ти? Это Мия или Ти? Интересно знать.
Нарушительница нарушает. Нарушает порядок, нарушает. Смотрите, какой помощник. У нас хороший помощник завелся. Чисто помог нам захватить. Они сейчас дуэтом будут кататься по одной трассе. Там, видать, у них очень сильно жестко заскриптованная трасса. Так, вот этот парень. Будет жестко его ловить, наверное. Да, нам его сначала догнать. Нам бы его догнать, скажем так. А потом уже арестовать только. Да ладно, он по той же трассе решил поехать. Чувак, эта трасса несчастливая, я тебе скажу. Давайте, ребята, арестовывать его. Нет, смотрите, он умный, это умный парень. Он не врезался в них. Да он еще и дальше поехал. Офигеть. Его интеллект просто на высоте. Готово. Мы захватили всех. Следующее. Я так думаю, их там много, так что не буду с вами, ребят, застрять на этой миссии задания. То есть мы поняли. Гонка в Клаксоновом долине. Поедем с вами дальше. И за шерифом, погоня за нарушителями, кубок ржавого капота и... Да, все остальные миссии у нас находятся в новом городке, поэтому давайте отправимся именно туда. Заодно соберем вот эти вот приколюшки по пути. Клаксоновая долина. Вы хотите отправиться в Клаксоновую долину? Да, конечно, мы хотим отправиться в Клаксоновую долину. Что нам еще-то делать? У меня что-то телефон как-то подзавис, странно. Надеюсь, он не сел. Секундочку, ребят. Ладно, я пока могу, в принципе, ехать параллельно и с телефоном разбираться. Может, мне его выключить? А, вот, все. Наверное. Да ладно, что у меня с телефоном? У меня завис телефон, ребят. Придется утаскивать батарею, ребят. Так, Клаксоновая долина, ладно. Привет. Эй, Маккуин! Поехали, ребят, гонка в Клаксоновой долине. Старт. Эй, это ты, Молния Маккуин? А мы как раз из Куина. Барри, спокойно. В общем, у нас к тебе деловое предложение. Какое? Ты думаешь, что тут самый крутой гонщик? Но чтобы стать крутым, надо обставить самых крутых. Ну а крутые здесь, значит, вы, да? Ты чё думаешь, нам слабо? Да я тебя хоть здесь сделаю. Так, лежать, глуши двигатель, на асфальт! Ай! Ладно, ребят, я принимаю ваше предложение. Стандартные правила, ребят, поехали. Дзинь! Три круга, ребят. Как всегда, первые круги, наверное, нам не дадут даже оторваться особо сильно от них. Но я думаю, мы отрываем с вами на последний круг. Покажем, кто у нас батька. Батька самый крутой гонщик. Молния Маккуин, либо эти ребята. Оставим. Пусть будет интрига. Пусть будет интрига. Опля. Опля. Поворот влево, поворот вправо, ничего не решает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Едем сюда. Ух ты, давайте попробуем, попробуем. О, получилось, круто. Круто. Я рад, что получилось. У нас еще нитро есть, кстати, ребят. Оп-оп-оп-оп. Давайте с вами сыграем в лучший круг, так скажем. Посмотрим, где можно будет сокращать дистанции и использовать все на максимум, так скажем. Специально для фонаров?
специально для фанатов. И... оу, oh, yeah. Дело. Поворот налево, поворот направо и... да. Ай, фак. Я уехал не туда. Нет, трагедия, я свернул с трассы. И мы потеряли наши 7 секунд преимущества. Но видите, что произошло? Мы пролетели сквозь трубу. Я думал, все, это был конец, еще какое-то время мы с вами просто теряем впустую. Но не оказалось. Отлично! Пытайтесь это повторить. Мы не пытаемся, у нас типы на хвосте, 7 секунд отрыва, всего лишь 7. Это не 8, это 7 секунд. Едем быстрее, быстрее, едем быстрее. Нитро, нитро. Где бы нам нитро еще раз добыть? Я помню, что нам говорили, что у нас одна из трех. Соответственно, еще где-то две мы можем подобрать. Хотя бы было бы две, уже было бы поинтереснее в том плане, что... я не особо сейчас использую, но он восстанавливался хотя бы. Должен был его более больше использовать. Специально для фонаров? Оно больше восстанавливалось, больше было бы активно. Полоска всегда. А так у нас получается, что я ее только вот сейчас использую. Специально для фонаров? Да-да, именно для фанатов. Молния Маккуин. Поворот налево, поворот направо. И стартуем. Вверх, вверх. Специально для фанатов? Да-да-да, для фанатов. Цикл фраз, конечно, не особо ахти у него, словарный запас нашего молния. Вау, я забыл про этот. Ну, мы хорошо вошли в этот поворот. Хорошо. Смотрите, в принципе, мы не смогли оторваться от них больше, чем на 7 секунд. То есть это максимальное время отрыва, которое нам было доступно за все время. 7 секунд, это не хорошо и не плохо. Это нормально. То есть они едут примерно с такой скоростью, как я, просто сзади. Сзади. Ну, даже мой бампер не видит, по большому счету, насколько далеко мы находимся от них. Смотрите, преодолеваем дистанцию в третий круг, у нас начинает просто активно тикать счетчик времени отрыва. 13, 14, 15, 16, 17. По секунду, такое впечатление, будто они правда стоят на месте, и что он там делает? Двадцать четыре секунды, 25, это почти минута уже. Нет, это полминуты. Мне кажется, до минуты еще ни разу не было время отрыва. Максимум, наверное, секунд 40. Смотрите, оно правда замедлилось. То есть после 30 секунд они говорят, а все, чувак, хватит. Ты слишком далеко от них отошел. Нельзя больше. Или можно больше? Давайте постараемся сделать 40. Неужели еще какое-то ограничение есть? Пока что все хорошо. Прибавляются циферки. Винчестер! На два трубой там. Да, по-моему, он не особо. Отлично! После до 40 секунд он не хочет. Ой, лидер круга. Лучший результат 58 секунд.
Сохраните, да, конечно, хочу сохранить я результаты. Итак, у нас доступно новое, появились новые эпизоды. Первенство Солнечной долины. Ну, у нас еще не пройдены вот эти все эпизоды, поэтому давайте их допроходим во второй главе, в третьей главе, насколько я помню. И потом мы пойдем уже туда, можем отправиться.